Сейчас я вам покажу невидимую курицу-призрака. Этого вы 100% не видели в Чикенгане, поэтому смотрите внимательно. Ух, черт, это не то видео. Стоп, стоп, как это остановить? Фух, сейчас, секунду, найду нужное. Просто играл в Чикенган, в самый обычный режим, ничего не подозревал, как вдруг я увидел что-то очень-очень странное. Вы это заметили? Там просто никого нет, но есть никнейм. Честно, для меня такая ситуация максимально странная, и я вижу это впервые. Там реально просто никого нет, но есть никнейм человека. У меня аж от такого мурашки по всему телу. Но то, что было дальше, я вообще не знаю, как прокомментировать. Я заподозрил что-то неладное, и, конечно же, я решил подойти и пострелять в эту курицу. И посмотрите, я стрелял в нее, я в нее попадал, но там никого не было, была только тень. И в конце концов произошло вот это. То, что ты сейчас увидишь, не поддается никаким объяснениям.